Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас стихотворение, написанное в далеком 1991 году. Оно называется «Воспоминания Святой Земли». Оно было написано в Москве и посвящено девушке по имени Алена. Это было 16 марта 1991 года. Через много лет, в 2004 году, это стихотворение вошло в мою книгу стихов о любви, просветление. Он в белой шляпке, с синей ножкой, под шляпкой дым пускает он, а в балахоне, как в матрешке, похож на белый шампиньон. За это я люблю немножко ее крутой орлиный нос, хоть он похож на бабкин ёшкин, люблю его почти всерьез. Но если гриб мой улыбнется и скинет шляпку в поздний час, на миг губами прикоснется к моим губам, и в первый раз мне громко ничего не скажет. Я окунусь в глаза его и вспомню, как лучи заката мне пели молча песнь свою, и алым волосом когда-то пролили серебро и злато на душу грешную мою. Как я увидел море, волны и рыжий берег, зелень глаз в тоске сияющей и томной, и в музыке нерусских фраз там песня слышалась над миром, плывущая, как тень дерев, и звезды звали встретить пиром веселье иудейских дев. Но тьма мои накрыла очи, угасло солнце, день один расплавился в дремоте ночи, во сне задернутых гардин. Следующее стихотворение, посвященное Алене, называется «Любовь». Оно было написано 1 мая 1991 года в городе Москве. В страданиях доли моей люблю я тебя все сильней, и в пламени прожитых дней я душу свою отдаю в надежде на милость твою. Любовь — это сила моя, любовь — это Матерь-Земля, любовь — это тонкая нить,
ее так хочу сохранить. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Сегодня я прочитал для вас два стихотворения: «Воспоминания святой земли» и «Любовь».